Всем привет, с вами Пёня. Да, это жизнь собаки-тиктокерши. Сегодня вы увидите, как я живу. Это, да, первая часть. И, конечно, я же умею разговаривать. Ну, типа. Я лежу на своей кровати, но... Я лапу поставила так, как будто я стою на спинке кровати. Да, это как-то тупо. Ну ладно, начинаем. Конечно же, я перевернулась. Но вдруг я посмотрела на хозяина и решила пойти к нему. Но так как у меня был сломан, ну типа, участие позвоночника там повреждено, ну мне было пофиг на это, я боли не чувствовала. И я решила встать. Я позевала. И, ну, все, время отдыха закончилось. Я решила спуститься по лестнице, так как хозяин поставил. Так, хозяин, можно, пожалуйста, помочь мне? Да, конечно, можно. Ура, хозяин, я могу теперь спуститься. Только тебе нельзя поднимать меня, потому что у меня может растянуться позвоночник. Хорошо, Пёня, я сейчас как-нибудь тебе помогу. Хорошо. Давай-ка, иди сюда. Отпусти, хозяин. Ты сама сказала, что ли? Ты сама сказала, кот. Ой, как тебе, кот. Иди сюда. Ай. Ладно, иди сюда. Давай. Нет, я не хочу, я передумала. И да, этот канал только будет про собаку. Поэтому... Я тебя буду называть Пёня. Ну ты так и есть Пёня, конечно. Но у тебя я Пёня старшая, потому что у тебя уже 6 лет. Исполняется. Да не надо нюхать, не надо нюхать. Ну, хозяин, я хочу повидеться в камеры. Мой нос, чтобы увидели полностью. Ладно, я тебя буду изучать, как играть в Майнкрафт. Хорошо, только не тряси передо мной мою камеру. Ладно, хорошо. Так, ну ты хотела спуститься? Давай. Хорошо, давай. Молодец. Давай, спускайся. Не бойся. Ах, я боюсь высоты. Ну что с тобой? Давай. Давай. Кот, давай, Пёнь. Ладно, я передохну здесь, хозяин. А ты пока что посиди в компьютере. Нет. Я тебя так не брошу. Хозяин, мне надо вытянуться. Ну, тянись, ты мне что? Хозяин, я хочу кушать. Блин, я не могу тебя покормить. Я думаю, хозяин для тебя. Ну да, ты же хозяин, я тебя называю хозяином. В смысле? Ну, если ты меня называешь хозяином, то я не значит, что я хозяин. Ладно, мне что-то перехотелось кушать. Я лучше полежу. Хозяин, что ты снимаешь меня? Убери камеру отсюда. А что такого? Ну, хозяин, убери камеру, пожалуйста. Да зачем? Я с тебя снимаю. Ты же собака тиктокерша. Ты должна быть собакой, как сейчас. Ну, я и так есть собака. Зачем мне снимать? А что? Пустим. Хозяин, я что-то услышала. Что именно? Там какие-то звуки. Похоже на мяуканье. Ну ладно, мне пофиг, я буду лежать. Понятно. Все понятно. Может выложить игру? Зачем? Не знаю, может быть. Выложить. Хотя это всего лишь мои мечты. Всего лишь моя мечта. Я думаю, мы когда-нибудь рано или поздно сделаем игру. Ладно. С вами была Пёня старшая. И это конец нашей первой части. Собаки эти, кто я пришел?
Всем пока!